გამარჯობათ. გამარჯობა არ მოუშალოს სრულიად საქართველოს უფალმა. მე ყველა ღირსეულ ქართველს უსურებ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, გახარებას და ყოველ კარგს მათ ოჯახებს. სალამ ალეიკუმ. Приветствую всех достойных людей во всем мире и желаю вам мира, здоровья, счастья и всего благого вам и вашим семьям. Уважаемые, если взять по честности, я не только за свой народ переживаю. Я переживаю за весь Кавказ. То, что сейчас на Кавказе творится, этого не должно происходить. У нас нету такого возможности, чтобы себя уничтожать или ментально, или разозренно, и проливать кровь друг друга и бескровниками, и иметь причину обвинять друг друга в враждебности и несправедливости. Поэтому я и веду свои блоги про то, чего не должно происходить на Кавказе между кавказцами. Будь он мусульманином или христианином, не имеет значения. Друг другу помогать это нам не мешает. В Коране, тем более, написано, как надо относиться к христианам, а также в Писании Сахареба, то есть в нашем святом книге, также нас учит, как мы должны относиться к людям вообще, в целом, несмотря на их веру и на их происхождение. Долгое время я искал человека на Кавказе, кроме ингушей, конечно же, который также переживал бы и также не принимал бы то, что творится сегодня на Кавказе и между нами. Я сейчас вам покажу беседу моего и одного молодого дагестанца. И несмотря на то, что я ему задавал неприятные вопросы, он мои вопросы встретил с честью и с достоинством. И также я отвечал, потому что он истинный кавказец. Его родители воспитали достойным человеком. Хотя он тоже многого не понимает. Но, относя его ответы, его переживания, его мнение крайне пропитаны честью и достоинством и переживанием того, что происходит на Кавказе. Многие люди меня не понимают, а это их не личная проблема. Значит, они не переживают, и у них нет ни чести, ни достоинства, раз они неправильно понимают мною сказанного. И это они принимают за штыки. А я против того, чтобы этого не должно происходить на Кавказе между нами, когда у нас общий враг номер один – это Россия. Воистину, спасибо Всевышнему, что меня встретил с этим человеком, и мне было крайне приятно с этим человеком беседовать, хотя я с самого начала был настроен недоброжелательно. Но в беседе с ним я поменял свое мнение о нем. Хотя я знаю, что среди каждого народа есть достойные люди, но самое главное количество, сколько плохих и сколько достойных. И самое главное, сколько от этого народа идет позитива, а сколько негатива. Доброжелательство или враждебность. Давайте послушаем его и мою беседу. И еще раз, хвала Всевышнему, что есть такие люди на Кавказе, и что я с ним встретился. Приветствую. Вас также. А что за флаги у вас здесь там висят?
Вы откуда по происхождению, уважаемый? Вообще по происхождению из Дагестана. То есть дагестанец. Все правильно. Грузины далеко от вас живут? Грузия граничит с нами. Да, то есть недалеко. А здесь два грузинских флага. Но вы не узнали. А Ингушетия от вас далеко живет? Ну, нет, Братская республика через республику живет. Братская республика, но здесь ингушский флаг не узнали. Украина, не знаете такую страну, как Украина? Узнаем, почему нет. А здесь и украинский флаг. Вы мне говорите, какие флаги у тебя сзади. Я тебе объясню, какие у меня. А вот третий, вот четвертый флаг. Я тебе говорю, два грузинских флага, я тебе говорю. Два грузинских флага. А это тоже грузинский? Два грузинских флага, один ингушский, другой украинский. Два грузинских флага. А Ингушетия это братский, да, народ ваш, ингуши? Ингуши, да, конечно. В 92-м, когда они воевали с Россией, с осетинами, вы помогли ингушам? С Осетией? Ну да, в 92-м, когда ингушскому народу устроили геноцид русские и осетины, когда напали на ингушей, то вы помогли ингушам в войне? Ну, знаешь, в те времена меня, конечно, не было, но историю я тоже слабо знаю, и поэтому не могу тебе с полной уверенностью сказать, что происходило. А сейчас почему Ингушетия твой братский народ, сам скажи мне? Ну, знаешь почему? Потому что они, как, во-первых, ближе по духу. По какому духу? Да. По какому Муслим, духу? Ислам, да, они в религии ислам. А, и потом уже братья. Ну, как бы сказать, у нас многое, да, наша история связывает нас, поэтому. Как она связывается с вами? Вы нападали на ингушей в истории, ты знаешь, что им во время имама Шамиля вы нападали на ингушей? Вы это знаете? Три раза напали, ну, дагестанцы напали, во время имама Шамиля три раза напали на ингушей. По духу, или по исламу. Вы это знаете? Эти, может, были нападки, как и со стороны ингушей, и со стороны дагестанцев. Это нашествие. Но били же. Нет, ингуши никогда не нападали ни на кого. У них был свой клочок, рая, своя родина была. И они никуда не впутывались. Имам Шамиль три раза пошел на ингуше, потому что, говорит, хотел объединить его к себе. А ингуши не хотели объединиться с Дагестаном. Поэтому три раза поход сделал имам Шамиль на ингушей, которого выиграли, три раза разбили Ингушетию имама Шамиля и прогнали из Ингушетии. Ну ладно, давай историю покоя стоим. Вот смотри, я тебе сейчас объясню, почему я такие вопросы задаю. Вот это братский, мрацкий. Вот когда в Абхазии на нас Россия напал, на нас в Абхазии, на грузин, там все северные кавказцы собрались против нас, кроме ингушей. И они сказали, что мы пришли тут помочь маленькому нации, слабому нации. И поэтому они убивали грузин. Но при этом не думали, что они воюют на стороне России. Потому что там были российские армии, десанты, авиация. Россия давала оружие. И все такое. То есть, это, инструктора были русские. Но они сказали, там грузин много, а псуа мало, мы должны помочь. Смотри, если вы братские народы по духу, если христиане осетины напали на ингушей, на мусульман, если христиане русские напали на ингушей и устроили геноцид, почему ваш мусульманский братский народ Дагестан не пришел и не помогал как добровольцы, как это сделали в Абхазии? Защитили как будто маленьких апсуа. А ингуши не получается маленький апсуа? Маленький народ не получается по отношению к России и с осетинами? А как это у вас, братцы? Как можно обращаться к вам? Деметре, не Димитрий, это на русском. У меня есть на грузинском Деметре. Деметре. Меня Рамазан зовут, очень приятно. И мне с вами вести диалог, на самом деле, очень приятно. И хочу сказать одно, это политика. Поэтому простой народ, простые, как, то есть, как бы жители, они, кто реально истинно верит, истинно, вот, по идее, мы должны все помогать слабому, кого, ну, кого, притесненному, нуждающему помогать. Поэтому это всего лишь политика, и кто был у власти, надо у них спрашивать. А
И лично я Смотри, любого да, человека Рамазан, люблю. уважаемый, я тебе одну вещь объясню. Смотри, ингуши тоже сейчас в России находятся, да? Ты прекрасно понимаешь, что они тоже как Республика России, так? И граждане России. Но когда стало вот такой вопрос, чтобы на Кавказе воевать против соседа кавказца, прийти в его дом и убивать его на стороне России, то ингуши только отказались. Понимаешь, в чем дело? Они сказали, грузины нам не враги, хотя мы христиане, а они мусульмане. И мы никогда с друг другом не воевали. Мы ингуши никогда не воевали друг с другом. Всегда друг другу помогали. Смотри, ты говоришь, что вы мусульмане по духу, братья. Ты знаешь, что когда чеченцы против нас в Абхазии воевали и головы порезали нашим ребятам и футбол сыграли в Гудауте, когда у чеченцев началась война, с Россией, то не дагестанцы им помогали в войне. Украинцы, христиане помогали войне чеченцев. Грузины помогали и ингуши помогали. А черкесы, кабардинцы, абсюэ, дагестанцы и другие сидели, мусульманские братья, они сидели молча. Чеченцам не помогали они в войне. Почему-то не защитили слабый народ. Но против Грузии пошли всем табуном. Ну смотри сейчас, вот в Ингушетии, смотри, какие сейчас дела происходят. Кадыров отжимает у ингушей территорию. Уже один раз отжал, сейчас второй раз. Почему Кавказ молчит? Почему ваши старейшины не впрягаются за братский народ? Какие старейшины, брат, давно все куплено, в Дагестане все куплено, брат. Тогда о каком ты братстве мне говоришь? Вот скажи мне, о каком братстве ты мне говоришь? Если все у вас Потому куплено, и что... тут вера, и тут отдать, помочь слабому, ничего не стоит тогда, если у вас все куплено. Ладно, давай это закончим. Простой народ Да. друг другу помогает, правительства Вы нам нету, брат, помогли, это... дагестанцы, вы нам помогли, чеченцам помогли, ингушам помогли, простой народ помогли. Я только одно скажу, что вот ваши врачи, только ваши врачи в Ингушетии помогали. Ваши врачи туда пришли, и они лечили. Да, вот они красавчики, эти врачи. Но почему-то добровольцев дагестанцев не было. Вот как бы, вот пойдем защитим ингушей от русских, от осетинов. Что они вообще оборзели? Это наши братья, мусульмане. Не было. Просто врачи, они красавчики, молодцы дагестанским врачам. Они пришли, ингушей лечили. Но смотри, ладно, давай сейчас другой вопрос затронем, уже касающийся Дагестана. Вот ты говоришь, что по духу вы одни мусульмане. У тебя гражданство какого государства? Гражданство российское. Почему? Ты же дагестанец, у тебя же своя родина есть. Но это, знаешь, как бы я недоволен много чем, брат. Я лучше бы родился, знаешь, где-нибудь в Турции уже. И я от этой продажной правительства и где нету справедливости, я бы здесь не хотел бы жить вообще. К сожалению, что у грузин и ингушей такие соседи есть, которые вот фактически на коленках перед Россией стоят. Хотя я дагестанцев, когда напоминаю имама Шамиля, они не в курсе того, за что имам Шамиль воевал вообще. Они говорят, ну, против русских воевал. А я говорю, а что ты сейчас под Россией-то? Мне дагестанцы попадаются, у которых тут эмблема двухгорловая, который убивал дагестанцев. И тут Россия написано. Я говорю, а почему у тебя не Дагестан написано? Там нету у тебя ни аварского, ни лезгинского, ни кумыкского, никакого флага нету. Он говорит, ну я в России живу, это моя родина. Нет, это вообще не то. Этим люди, знаешь, у них много чего в голове нету. Они вообще мыслят однообразно. Они не видят ситуацию, брат мой. Я вижу, ты очень умный, и мне с тобой реально Не, вот довольно смотри, ты меня приятно. братом называешь, при этом ты сказал, что у тебя братья это мусульмане, а я ведь христианин, я с христианского государства. Достойные, все достойные, не все же одинаковые. Я из-за уважения к тебе я родился, меня воспитали так. Ты старше меня, поэтому я тебя называю братом. Если тебя это Это обижает, я уважение, больше не буду нет, говорить. нет, это уважение, но я никогда не слышал, что старшему надо как брата относиться, говорить брат. Вот у нас Старше, Грузия, ну, вот у нас Грузия, я это мое извиняюсь. уважение всего Не, лишь. я Я... понимаю, но у нас, я понимаю, но у нас в Грузии и в Ингушетии взрослого человека братом его называют уважаемым. Или старец, или так, мудрец, как-то называют, или по имени называют так, просто по имени в Ингушетии. А в Грузии у нас говорят Ну, Патив Цемулу, или Батону, так бы, уважение, как что он я взрослый понял. человек. Да, ну ладно, назови меня братом, меня это не Не, оскорбляет. не, я, знаешь, я могу и как бы у нас брат можно говорить, ну Да, или дядя можно. это мой Я ваша... могу дядя называть. Не, Просто у это нас, мы будет знаем ваш, брат. ну, мне будет приятно, братом,
меня называете, потому что я вижу, что ты воспитанный человек. Но, смотри, вот что мне интересно. В истории грузины, помнишь, что постоянно со стороны Дагестана были набеги. Даже у нас есть такое слово, как цалеква, от слова лекианоба, да, леки. Цалеква, это на русский переводится как смила меня, смил меня, цалеква. Почему дагестанцы враждебно постоянно относились к грузинам? Это была вера или то, что у нас было государство, у нас была богатая страна, и надо было набегами идти грабить? Потому что смотри, как вы набегами шли. Вы наших женщин, детей, молодых ребят увозили и продавали в Турции, а потом их продавали мамлукам. А почему так Дагестан себя поставил исторически к нам? В чем проблема была? Это же ваша история и наша история. Ты можешь мне объяснить? Я не могу сказать вот именно, что ты вот подразумеваешь, вот это вот. У меня нет информации, что ты хотелось бы от тебя, ну, от меня, что ты услышал. У меня нет этой информации. Твою историю. Я тебе сказал твою историю, что дагестанцы постоянно в истории постоянно шли набегами на Грузию, грабили Грузию, разоряли Грузию и убегали. Если мы догоняли, уничтожали их, нет, они уносили награбленное. Смотри, вот насчет христианства. Ты Коран читал, вот. Верно? Наверное, ты читал как? Ну, к сожалению, я его не читал, но хотелось бы ознакомиться более как тесно. Смотри, я не мусульманин, но я Коран читаю. Я христианин, но я Коран читаю. Машаллах. Если не Респект. Веришь, смотри, вот у меня крест висит. Вот. Я христианин, но я Коран читаю. Но ты знаешь, здесь сколько раз написано о христианстве, как надо относиться к мусульманам-христианам? Ты знаешь это? Я знаю, как нужно относиться, да, к людям, то есть с другой веры. Не другой веры, я говорю христианам. Именно тут написано христианам, как надо относиться к мусульманам. Ты знаешь, это в Коране написано. И в нескольких сурах написано это. Ну как, я знаю по мере своей, вот, по моим знаниям, как нужно относиться. Но я не могу сказать, что там написано. Ты знаешь, я святую книгу своего веры, Сахареба, ну, его называют Библия, но мы называем Сахареба. Ты знаешь, я сколько раз прочитал? Сколько? Святую книгу. 150 раз. И ты находил что-то новое каждый раз? Это не имеет значения. Я 150 раз ее прочитал, как заново прочитал. Для себя. А ты говоришь, что ты еще не читал Коран. Но при этом ты считаешь себя мусульманином. Но ты при этом ты себя считаешь мусульманином и считаешь ингушей своими мусульманскими братьями. Но при этом ты Коран в руки не брал. А как это можно мусульманином быть? Не прочитал Коран, не зная суть Корана. Я же говорил, к сожалению, брат, я знаю, я далек от этого, очень далек, поэтому, понятно, к сожалению. Понятно. А почему дагестанцы против грузин воевали в Абхазии? И в 2008 тоже воевали против грузин. В российской армии они, ну, служили там, как солдатики. В каком году воевали? Ну, вот в Абхазии, где я воевал, 17-летним пацаном, в Абхазии, откуда мой народ прогнали и моих родственников, где мой брат погиб, старший, от меня 2 километра, то вот в 93-м году в войне в Абхазии, вместе с чеченцами, этим дагестанцы тоже воевали, им спасибо Абсула говорят. И в 2008, когда на нас Россия напала, в 2008 уже в Южном Осетии, то в частях российской армии служили дагестанцы, аварцы, лезгины, кумики, там, лаки. Знаешь, почему служили? Да, в принципе, ничего и не поменялось. В плане чего? В плане того, что какая была политика, такая и осталась. Нам сейчас тоже в наших телевизорах, этих ящиках показывают, как кто выставляет в том цвете, кто им не интересен и не выгоден. Это, знаешь, обмывают деньги, интересы определенных людей, поэтому идут наши дураки, которые, то есть для них, вот, если платят, да, достойные платят. Но они идут даже против своего брата, это неудивительно, что сейчас наши дагестанцы или кто там, чеченцы, идут кто-то воевать против, даже это соседняя республика, то же самое Грузия, у них тоже есть, то есть... Просто это бизнес, это то, что они вот делают, зарабатывают. Кто-то хочет себе заработать, а чьи-то выполняет чьи-то интересы людей. Тут
Только То так. есть, как я Тут понял, ни в чем. да, Рамазан, то есть, как я понял, среди ваших народов нету нормальных людей, да, все проданы, все Есть продажные. нормальные. Ну, Я не смотри, пойду никогда в жизни воевать. не, Я это да, против не пойдешь никогда в этих. жизнь воевать, но смотри, я о чем речь иду, смотри, в Абхазии, я еще раз говорю, Северные Кавказцы кричали, что они все братья, и они пришли защищать слабого, то есть апсюэ, которых мы приучили в 17 века, в так, Грузии, в Абхазии приучили мы, грузины, когда они из Кабарды, из Черкезии перешли к нам, эти апсюэ, которые сейчас себя называют абхазами, грузинским названием. Вообще-то абхазы это грузины. Но, понимаешь, в чем дело? Я почему тебе вот эти вопросы задаю, неприятные, потому что мне самому непонятно вот это вот положение. Они сказали лишь одно слово, потому что мы защищаем слабого, говорят, это наш адат. Они все это говорили в Абхазии. На всех видео, когда их спрашивают, даже психолог говорит, вот почему вы в Абхазии воевали, вы ветеран Абхазской войны, они говорят, ну, понимаете, в чем дело, там, черкесы, дагестанцы, все говорят это, чеченцы, что мы пришли защищать слабого, и мы гордимся этим. После событий Абхазии, смотри, Россия, сильная Россия, напала на Чечню, напала на Ингушетию, напала на Грузию, на слабые, на Азербайджан напал, на слабые государства напал, да, маленькие, республики. Но Северные Кавказцы, наоборот, воевали на стороне России. То есть, получается, что еще у Северных Кавказцев математика нехорошо работает. Не то, что они традицию не соблюдают, что прийти на помощь или слабому, или вообще не воевать против слабого. Просто как ингуши это сделали, молодцы, красавчики, ингуши и воздержались против нас воевать, и несколько ингушей за нас воевали. Красавчики ингуши, потому здесь ингушский флаг висит. Но, а почему? Вот мы кричим, что мы кавказцы, наш общий дом Кавказ, мы Кавказ сила, мы объединимся, там, А потом, когда дело на дело идет, против России никто не прет. И бросают какого-то соседа, бросают просто вот на погибель. А потом говорят, что мы братья, мы мусульмане, мы кавказцы, ну ладно, мы христиане. Ну ладно, мы христиане, понимаю, что вам неприятно помогать христианам, кроме ингушей, они красавчики. Но, а как же адат, если ты говоришь, что достойный человек, он по адату мой брат. Мы же, грузины, не приходим в ваши территории, не убиваем вас ни в Чечне, ни в Дагестане. Какого хрена ваши добровольцы против нас на стороне России воюют? И черкезы, и кабардицы. Смотри, смотри, как вот мой народ достойно поступает. Смотри, в Абхазии чеченцы нашим ребятам головы резали, нас убивали, их 7 тысяч чеченцев там воевало. Изгоняли грузин из своих домов, 350 тысяч грузин изгнано из Абхазии, 50 тысяч грузин убито в Абхазии. Это геноцид. Где участвовали Северные Кавказцы, дагестанцы, все, кроме ингуши. И смотри, после вот этого трагедии, когда в Чечне война началась, христиане-грузины пришли на помощь чеченцам. И во всем помогали. И за это нас Россия разбомбил 7 раз, но мы все равно свое делали. Прятали бойцов, наши добровольцы там воевали, мы приняли 7 тысяч беженцев чеченских. Всячески помогали. Смотри, когда черкезы и кабардинцы нас в Абхазии убивали и этим гордились. Сейчас гордятся. В 2015 году мы признали их геноцид. Никто не признал. Ни вы признали геноцид. Ни апсия, ни чеченцы. Никто не признал их геноцид. А вот грузины признали. Опять мы России ударили по щечину. Хотя мы слабые. И в одиночке. Но ударили по щечину. Почему-то вот христиане, грузины себя на Кавказе более по-кавказски себя ведут по отношению к Кавказу, соседям. Чем сами вот эти, мы кавказцы, мы заслабим, почему так происходит? А потом, если что, по шее получают грузины. И потом кричат, грузины вообще-то не кавказцы, они закавказцы. Они вообще-то пришедшие, они слабые, они не могут против России воевать, они духа не имеют. А сами гражданство России имеют. И свободы нету, как у грузин, независимости нету. Охренеть можно, да, как что на Кавказе творится. Но зато мы любим друг друга братьями называть. Да, брат и мой брат, я здорово, у тебя вкусные хинкали. Смотри, знаешь, что позорно поступки дагестанцев и чеченцев? Они на ту землю пришли 2 раза воевать и убивать тот народ, где до сих пор чеченцы живут веками, и где дагестанцы веками живут, в Грузии. И они на эту территорию пришли убивать этот народ. А это очень позорно. Я в свой дом запустил веками дагестанцев в Кахете запустил, чеченцев запустил в Кахете, в Панкисском ущелье. Веками. Мы их приняли, приутили их. А на эту территорию, где я в дом свой и в одну
комнату пустил гостей и сказал, живите здесь, ребята, вам нужно здесь жить, у вас нету дома, вот живите, я вас приютил. И мой дом врываются, его люди, и меня убивают. Это нормально? Это по-кавказски? По каким адатам это? Нет, нет, это не по-кавказски. Это да. Не по-кавказски. И просто знаешь, вот таких вот единомышленников, как ты, вот твоя философия, твои взгляды жизненные, скажем, мало, да, мало, которых можно купить, например, ты не продашь мне, вот мне кажется, я не знаю, но мне кажется так, что ты, вот, для тебя честь и достоинство дороже будет денег, например. Вот, я не знаю, и поэтому многие же сейчас как... Честно, вот я скажу, я очень, не, я очень-очень сожалею, что у меня вот даже в Дагестане полный бардак творится. Полный бардак. Там 50, даже 60%. Ну, у нас в Дагестане сейчас конкретно бардак творится. В плане чего? Вот, политика, у меня ни одного нет. Вот как начали забрали Амирова с того момента, как забрали Амирова. Я могу тебе сказать только одно. Я тебе только могу сказать, что вот посмотрев на тебя, послушав тебя и увидел твое воспитание, ты настоящий мужчина. Вот ты настоящий дагестанец. Я не знаю, ты из какого тейпа там, ты аварец, кумик там. От души, от души. Не имеет значения. Для меня Дагестан, Дагестан. Но вот ты именно настоящий мужчина. Вот я вижу твое переживание, что самое главное. Я вижу твою честь и достоинство. Вот таких бы людей во всем Кавказе, как ты и как ингуши. Ты меня даже засмущал сейчас, честно, неудобно даже. Нет, я говорю все как есть, понимаешь. Я и врагу в лицо говорю, что он мой враг. И достойному человеку говорю, что он заслуживает. Ты заслуживаешь этих слов, мой дорогой. Я тебе так скажу, Рам, что вот таких людей, как ты, на Кавказе, где-то 80% было бы, мы бы России хребет сломали бы все вместе. И не значит то, что мусульмане, христиане, для нас лично, претензий к мусульманам нету, поверь. У нас веками мусульмане жили всегда. У нас в данный момент в Грузии 136 мечетей, которые до сих пор работают. И там люди молятся. Понимаешь, в чем дело? Мусульмане до сих пор там молятся. У нас 136 мечетей. И никогда у нас мусульман не вообще ни одну веру не прищемляли. Мы просто видим, вот как ты сказал с самого начала, что достоинство и честь мы люди. Мы ищем в людях достоинство и честь. Вот, возьми, Россия как будто христианин, но он для нас враг. Понимаешь, в чем дело? Враг. Ну и что он христианин? Он для нас враг. Все. Он конченый враг для нас. Я что хотел сказать, что вот таких людей, как ты, на Кавказе, 80%, мы бы объединились за Кавказ, сделали бы экономическое партнерство, военный союз, сделали бы финансовый и политический этот союз. И мы бы России хребет сломали, потому что у нее такого духа нету, как у кавказцев. Но вот это, что ты сейчас все до этого сказал, вот это нам мешает объединиться. Но ты достойный мужчина. Да. Я в тебе увидел, я правда, я был настроен, ты заметил, очень враждебно. Но я когда мне услышал... Мне было очень неприятно, то, да, что ты вот говорил такие очень провокационные вопросы, но согласен. Я просто исходя из, не знаю, как вообще, да, я, у меня жизненные взгляды, вот в общем, если брать наши, они похожи реально, поэтому мне даже реально вот сейчас, это даже не случайно я сюда зарегистрировался, не случайно сейчас даже второй раз захожу сюда и встретился, ну, с тобой диалог провели, и даже немного, завтра я встану и я буду знать, что есть такой человек, который реально, и кто-то душой болеет за вот это вот, за свой народ, и реально... Я не только за свой народ, уважаемый Рамазан, я за весь Кавказ переживаю. И то, что творится на Кавказе, мне это не нравится. Я поэтому говорю. Да, я согласен, мне я тоже не задавал нравится. Неприятные вопросы, потому что я уже привык, понимаешь, когда мне попадаются дагестанцы, они обвиняют грузин, что мы напали на какую-то Осетию, мы напали на Абхазию, вообще не в курсе. Вообще не дум-дум. Несмотря на то, что они еще и некоторые дагестанцы еще и против нас воевали. Но ты задавай говорю... этим людям вопрос. Ты задавай этот вопрос, почему ты так думаешь, и вообще надо узнать со всех сторон, чтобы он объяснил этот человек, почему началась война, из-за чего, какой конфликт. Пускай объясняют эти люди, да, если у них есть информация. Если они услышали где-то что-то и говорят.
то есть себе нафантазировали в голове, да, и несут бред какой-то. Это не нужно на таких людей внимание обращать. Они далеко от этого, поэтому они жизнь не видели, вот можно сказать, и Да, но их много. даже есть, Но их много, да. уважай меня. Их много этих людей. Очень много, очень. Я очень недоволен. Я своих вижу, что они делают там где-то какие-то непонятные вещи, что-то ненужное вообще, фигней страдают, всякую ерунду говорят. Я злюсь на этих, на своих же земляков сильно очень. Я согласен с тобой. Я понимаю, что у тебя такие же переживания, как и у меня. Я поэтому тебе Конечно. и сказал те слова, которые я себе позволил. Понимаешь, я просто так никогда не говорю человеку такие слова. Поэтому. Просто исходя вот из этих вот исходя из таких людей, которые вот ведут себя непристойно, выставляют в плохом свете свой народ и говорят, что попало, то есть не, такие люди есть, они везде есть, но брат, ну как извини, что я тебе брат еще рассказал, если обидел, но да, на самом деле я Что очень тоже такого? переживаю за будущее. Это мы еще, знаешь, более-менее в таком время живем. 2000 какой 20-й, дальше 21-й год. Мне страшно представить, что будет твориться лет через 30, 50. Да и вот здесь, наверное. Вот. Я реально вот думаю за своих вот будущих, не знаю, ну, за свою семью, за потомков, да, в общем, думаю. За них вот, думаю, вот, я-то понятно, мы уже знаем, какое что творится, а они, которые люди будут расти, то, что нам сейчас пытаются сеять нашу голову, чтобы менять менталитет наш изнутри маленьких детей, подрастающих поколений, что они будут, как они будут представлять наши с тобой, понимаешь, чтобы за нас нам стыдно не было, за них потом. Да, я с тобой согласен. Ну, поэтому я такого человека, слово брат принимаю. Для меня это честь от тебя слышать, брат. Хотя я повзрослее, но я еще раз говорю, от такого человека я это, святое слово как брат принимаю. Да, просто я же не знаю, и мне нужно было изначально выбрать, поспешил немного, и выбрать уровень нашего диалога, и исходя из этого только с тебя обращаться к старшему. Я желаю твоему дому мира, твоей родине мира желаю. Я желаю твоей семье Взаимно. мира, здоровья, счастья, всего блага. И салам алейкум, Да. уважаемый. Чтобы Всевышний Валейхум Аллах, ассалам. наш общий Тех отец, благ. оберегал бы наши народы. Все по воле Всевышнего. Будем надеяться, молиться за нас, за всех. Аминь, аминь. Иншаллах. И чтобы никогда кавказцы на друг друга оружие не поднимали бы на стороне чужого врага. Самый первый враг номер один это Россия для Кавказа. Мир твоему дому. Салам алейкум, уважаемый, еще раз. Алейкум ассалам. Здоровья тебе. Взаимно, Давай. взаимно. Вместе с тобой, вместе с тобой. Красавчик. Первый раз мне попался дагестанец. Красавчик. Слов нет. Красавчик. Я еще раз говорю спасибо родителям этого молодого дагестанца. И спасибо его предкам, что такого человека воспитали, который также переживает за Кавказ и за то, что происходит на Кавказ. И за то, что он не скрывает правду и мои неприятные вопросы он принял с честью и с достоинством и также отвечал. Хвала и честь этому человеку, хвала и честь его родителям и его предкам. А я в знак уважения этого человека и всех достойных дагестанцев, я включаю и посвящаю эту дагестанскую музыку.
и дай Всевышний, чтобы мы больше против друг друга не враждовали, а приходили бы на помощь друг другу, объединялись бы и ломали хребет общему врагу – России.